Всем привет, это канал Workshop Customs, и специально по заявкам моих подписчиков я сейчас сделаю небольшой видеообзор на цвет одного из моих фонарей. Я уже делал обзор на этот фонарь, фонарь называется 2К Клещ Мини, и один парень с моего канала, точнее мой подписчик, очень просил, настоятельно просил провести вот такой вот обзор на то, как он светит, насколько далеко и насколько ярко, какое у него пятно, ну и тому подобное. Поэтому сейчас мы это посмотрим, и вы сможете это оценить. Ну и, соответственно, купить или отказаться от покупки этого фонаря и потратить деньги на что-то более стоящее. Так, значит, смотрите, фонарь прикреплен на страйкбольный пистолет. Сейчас мы посмотрим, как он светит и какое у него пятно. Вот такое у него пятно. Здесь установлен свежий аккумулятор, но единственное, это именно аккумулятор. То есть это не батарейка, а заряжаемый аккумулятор. Возможно, у него напряжение может быть чуть больше или чуть меньше. Я просто в этом не разбираюсь, но тем не менее он свежий. Я его специально перед тестом зарядил. Вы можете оценить, какое у него пятно. Ну и давайте это ближний свет, давайте попробуем дальний, и вы сможете оценить, насколько ярко и насколько далеко он может светить. Ну, дальше идет уже кромка леса, да, чуть-чуть, конечно, он выхватывает какие-то участки, но, честно, ну, вот впереди, да, видите, сарайчик, там вот гаражик стоит, вот если на него не светить, его почти не видно, да, то есть макушку снега, наверное, вот то, что запорошено, вот если я навожу, его более-менее уже видно. Здесь где-то, ну, от меня до туда, ну, метров, я думаю, 50 точно. Дальше идет лес. Лес тоже чуть-чуть выхватывается. Поэтому вот, ребят, вот такое световое пятно, вот такая дальность и вот такая яркость. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и обязательно подписывайтесь на канал Workshop Customs. Всем пока! Do it up!